все-таки, а, две школы, извиняюсь, оказалось три. Еще вопросы? Да, можно пояснить, вот у нас увеличение, в разделе увеличения стоит из своего бюджета на реализацию мероприятий по переселению граждан. Поясните, вот здесь вот две суммы, это что имеется в виду? Это оставались составы из своего бюджета 2022 года, потому что они смогли в полной объеме использовать. Там были судебные решения. Это вот по судебным решениям. Да, мы отправили в край, уточнить. Потом край направил нам назад уведомление, подтвердили мы потребность, деньги нам вернулись в край. То есть я осталось. И хотела в том задать вопрос, что правильно ли я поняла, что тем гражданам, которые были в судебных процессах, есть вероятность, что эти все деньги будут все-таки по решению суда возвращены. Спасибо. Можно? Я, например, вопрос такой, по уличному освещению на этот год какие-то средства принесут? В рамках текущего содержания? Да у меня просто запрос был, еще с прошлого года я отправлял по 30 лет в ЛКСМ 69 и 71 просили жители осветить дорогу ребятишкам в 8-й школе. Там два фонаря буквально поставить. Можно каким-то образом предусмотреть средства, чтобы нам... Ну, Шарик Загилович, пояснить немножко будет. Так, сколько уже? Уже год скоро будет. Никак не можем то пояснить. Борис Иванович, значит, для решения этого вопроса у нас там нету точки подключения. Сетей там нет поблизости. Необходимо тянуть аж от тридцатки с установкой новых опор. Это очень труднозатратно. Мы с управляющими компаниями провели работу. Они проводили собрания в общие собрания домов с тем, чтобы повесить эти фонари на торцах домов. Но, к сожалению, жители на это не пошли. Дело в том, что на торцах домов эта проблема-то не решит. Там именно вот где-то гаражный кооператив на углу просит, чтобы для ребятишек повесили хотя бы два вот этот угол, самый темный. Понимаете, действительно там эти дома ничего не решат. Я не знаю, на каким-то образом предусмотреть какой-то на перспективу план. А то мы так и ответы не можем дать, никаких решений по этой проблеме не можем предоставить. Ну что, к подготовке к новому учебному сезону, это вопрос решен. Хорошо. Да, я уезжал, вчера смотрел и переговорил с собственниками бывшего вот этого здания архива, может быть, и или с гаражным кооперативом с вами об этом разговаривали, поэтому я думаю, ну сейчас уже, извините, не так актуально, да, потому что светология, ну, да, может, тут уже можно говорить, что мы время упустили, но начало нового школьного сезона сделать. Еще спасибо.